неторопливо бьют часы. В эти заповедные места русского зодчества приезжают люди со всех стран мира. Посмотреть, подумать, приобщиться к красоте, услышать ветер с полей. Узнать вкус меда и браги, сваренные по давним рецептам прадедов. Светлой Русью, Белой Русью, так называли Владимирскую землю. Не от белых берез ли? Еще с XI века начали приходить в эти края жители южных княжеств. Искали мира и защиты. В пути родившиеся дети подрастали уже здесь и знали, вот она. Родина. Давно нет тех, кто пришел сюда жить и украшать землю. Истлели избы их и землянки, а храмы, воздвигнутые ими, стоят несравненные, белокаменные. И первый из них – церковь Бориса и Глеба в селе Кидикша, 1152 год. В памятниках этих живет история народа. До сих пор высятся золотые ворота, могучие оборонительные сооружения и парадный въезд в древний Владимир. Здесь владели даром создавать прекрасное из камня. Русские мастера вырезали на белых стенах Дмитровского собора крылатых зверей, лесные цветы и травы. Успенский собор, торжественный и величественный. И со стены его глядел печальный лик Владимирской Божией Матери, работы византийских мастеров. Через два века собор расписали Андрей Рублев и Даниил Черный. Как мало имен зодчих и живописцев той поры сохранило нам время. Кто тот мастер, чьей гениальной голове родился замысел этой церкви? Украшение России. Храм Покрова на Нерли. 1165 год. Весной и осенью
зимой и летом, всегда прекрасная и всегда разная. Уже 800 лет стоит она здесь, на полпути от Владимира к Суздалю. Суздаль. Пережил он и нашествия, и пожары. Был разрушен почти до основания. В 16 веке начал строиться заново. Над белизной снегов возносится дивный град. Морозная тишина, серебряный иней. Рождественский собор с куполами в звездах. Драгоценные врата его чудом сохранились от 13 века. Здесь редкостный рисунок, чеканенный золотом на темной меди. В музеях Суздаля хранятся иконы тончайшего письма. Горят на них краски, будто перо жар птицы. А на иконе Благовещения, сразу под святыми ликами, белые гуси нарисованы, простые, домашние, что у каждого крестьянского двора. Все, что видишь в этом краю, неповторимо. Без Владимира и Суздаля России представить себе нельзя.